Доброго времени суток. Вы на канале Арцат Манько. Ну вот и завершается потихонечку ласковый, мягкий, хотя он был разным, август. Август этого года, 21-го. Перед вами яблочки сорта Алтынай. Это яблочко к нам попало чудесным образом. Хозяйка саженца не продавала, потому что прививка была очень слабенькая, плохонькая. И она говорила, не выходите, будете меня обвинять, но мне так хотелось это яблочко иметь. Сейчас это мое яблочко любимое, и вкус его любимый самый. Вот так сформировалась широко крона такая округлая. А яблочко приходится обрабатывать эпином раз в 3 года. В этом году, посмотрите, какой очень слабый прирост произошел, потому что в прошлом году она дала очень хороший урожай. 20-й год был яблочный год, а в этом году приросты совершенно вот зеленые, поздние, и практически она оставалась без приростов. Надо сказать, что яблоки, правда, вот просто молодильные, я не знаю, или какие, но душа точно от них молодеет, не знаю, как насчет тела. Вот. Очень-очень вкусные, настолько вкусные, что просто не влюбиться нельзя. Поэтому те, кто попробовал наши яблочки, они просто не дождутся, когда мы сможем привить и вырастить саженцы этого сорта. На вид они, может быть, обычные. Все яблочки на вид симпатичные, розовые, румяненькие. Ну вот. Червоточинку поздно обработали мы эти яблочки в этом году. Их было мало. Поэтому ждем, с удовольствием будем кушать то, что есть на сегодня. А дерево слабо зимостойкое в Кемеровской области. Поэтому мы за осень раза 3 подкармливаем фосфорно-калийным удобрением. Это либо монофосфат, либо, значит, кипятком зашпаренная древесная зола. Любуюсь сама яблочками. Любуюсь и радуюсь, что хотя бы немного в этом году, но все равно вкус поддержу и почувствую, и поем этих яблок. Вот. Поэтому дерево такое в Кемеровской области стоит держать. Одно из вкуснейших сортов. Дерево можно вырастить. Нам говорили, что вряд ли у вас получится, потому что все-таки оно морозостойкость у него низковатая. Получается, но немножко надо ухаживать. Вот, пропустили в июле обработку вовремя. Червоточинок много довольно-таки. Что еще хочу сказать? Сама крона, в общем-то, сама практически формировалась. Убирали только вот то, что идет внутрь кроны. Старались перекрещенные убирать. Больше особо не формировали. Вот сама сообразила она такой шаровидной формой организоваться. Солнышко хорошо, зреют плоды. Рекомендую этот сорт по Кемеровской области с небольшим уходом. То есть содержание такое калийное в осень. Вот. И, конечно, поддержание влажности в течение лета. Чтобы не произошло вот так же, после, как у нас, после обильного плодоношения, дерево только-только начало отходить и думать делать приросты. Вот посмотрите, вот это вот весь приростик. Вот это весь приростик за сезон 21 года. Я, конечно, за него забеспокоилась, но все-таки я думаю, что сейчас еще вот 1 сентября, потом 15 сентября, потом 30 сентября мы монофосфатом калия подкормим и сохраним дерево без морозобоин. Это самое важное, это самое главное. Но так как приросты были маленькое дерево, ослабленное после богатого плодоношения, то, скорее всего, мы, значит, сделаем весеннюю обработку эпином. Эпином, цирконом, в общем, чем-то стимуляторами роста, новосилом, природным стимулятором. Но чем-то мы подкормим и дадим ему старт весной 22 года. Вы были на канале Арцат Манько. Я делаю вам небольшой обзор яблони сорта Алтынай. Это моя любимая
и любимое яблоко, любимый вкус. С вами была Татьяна. До связи на канале Арцат Манько.